Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами Олег Антонов и его компания. Сегодня мы поведаем вам секреты старых мастеров, прованских мастеров. У нас сегодня прованская штукатурка. Вот покажи, кстати, сколько мы тут уже наколопутили. Тут у нас такой мини-заводик. Вот такая дрелька, рекомендую вам. Что мы взяли? Мы взяли андамиксовский марсельщик, да, то есть, ну или как бриз материал. Олег, бриз материал. На, кто там возьмет? Еще раз. Значит, да, материал у нас на основе целлюлозки. То есть вот как у нас, если взять иркумовский, это бриз, а у андамикса это марсель, назвал так Игорь Андамиксович, марсельчик. Вот. Тоже он на основе целлюлозы. То есть мы взяли, вот он такой белый был, белая масса модельная. Вот. И мы взяли с нашего фамильного карьера, взяли такой мелкого-мелкого песочек. Вот. Ну, как пудра. Вот он такой с глиной, песок с глинкой. Вот. И добавили где-то один к одному, наверное, с нашей модельной массой на целлюлозке. И получили дизайнерскую штукатурку авторскую в стиле Прованш. Что дальше? Дальше мы такой был маневр, когда искали мы ключи, каким же образом наносить эту штукатурку. То есть заказчик увидел ресторанчики и вот загорелся. И нам ничего не оставалось, как-то сказать, поехать и посмотреть в этот ресторан подобную технику. И вот постарались ее воспроизвести сегодня на стене. То есть для чего мы вам это показываем? Первые шаги были какие? Мы положили материал, даже могу сейчас вам показать, каким это было образом. Вот даже на этой стеночке, там потом я его сниму. То есть взяли материальчик. А? Так ты вроде же показал, как мы мешаем. Я им показал, да, что... Да. Процесс. Ну, уже, разве они же видели? Нет? Ну, давай. Вот Костик хочет вам показать, так сказать, нашу мини-мастерскую. Все, отлично, Константин. И тоже интересный маневр. Мы когда первый раз его замешивали, такое же количество, да, там в районе 30, ну если 35 литров, ну значит тут где-то около 30 килограмм. Вот. И что заметили? Что он такой был жиденький. Вот. Но потом, когда проходит время, буквально там несколько минут, там 5-10, он становится такой густой. То есть как раз то, что нам нужно. Можно вопрос, кто старше? Это к Костику.